Всем привет, с вами Спектр, мы с вами продолжаем проходить Фаренгейт Индиго Профит Профиси Ремастер. Блин, извините, просто что-то сзади холодок какой-то аж прошел по телу. Карло, полицейский участок. Инструктор Митчелл, вон он, на предпоследней дорожке. Спасибо. Так, нам нужен этот самый инструктор Митчелл. На предпоследний. Или подождите, или он сказал на последний? На последний. Сержант Митчелл? А, да. Вот, да, предпоследний. Я следователь Карло Валенти. Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов касательно одного из моих дел? Девушка, я над расследованиями уже давно не работаю. Сомневаюсь, что смогу чем-то помочь. Это касается старого дела, но мне нужно узнать о нем побольше. Дело Кирстена. Это потому, что вы не нашли файл, да? Да, правильно. Файл засекречен. Вы не хотите попрактиковаться со мной в стрельбе? Да, конечно. Ну окей. На кой вставать-то? Ага. Окей. Пистолет прямо перед вами. Вперед. Я так понимаю, теперь пострелять, да, придется? Стрелять левую кнопку мыши, перезарядка правая. Убивать террористов, чтобы выиграть время. Старайтесь не стрелять по заложникам. Довольно странно, конечно. А сколько мне надо, кстати, стрелять? Одного террориста. А, я ни одного террориста еще не пропустил. Пока довольно просто. И сколько мне так стрелять? Я думаю, время у меня вряд ли кончится. До 50, что ли? Блин, упустил одного. Как-то быстро уже заканчиваются. Прикиньте, я бы в это на геймпаде сейчас играл, ага. Я сначала хотел, кстати, на геймпаде. Блин. А, ну уже все, видите, да, время не дает почти. Блин. Я вообще не успеваю. Ну, уже чуть-чуть так. Блин. Фак. Ну ладно, сколько смог, столько настрелял. Ну, до 50-то, может, дойду. Блин, не попал. Опять. Ну. До 50. Не, все, не дойду. Вы очень хороший стрелок. Должен сказать, вы гораздо лучше почти всех, кого я тут видел. Ну, это клево. Итак, что вы хотите знать о деле Кирстена? Ну, например, что именно тогда произошло? Парень по фамилии Кирстен мирно закупался в местном супермаркете. Когда он был в отделе кухонных принадлежностей, кто-то схватил нож и зарезал его. Жертва. Что вам известно о жертве? Ничего примечательного.
Он просто оказался не в том месте, не в то время. В деле было еще что-то интересное? Да, еще кое-что. Убийца вырезал ножом у себя на запястьях какие-то символы. Выглядели они очень странно. То ли змея, то ли ящерица. Может, он просто психанул, взял и слетел с катушек. Некоторые люди как бомбы с часовым механизмом. Я так и думал, пока не прочитал отчет патолога-анатома. Каждый удар ножа точно перерезал артерию, ведущую к сердцу. Удары были такие точные. Я хочу сказать, у парня был один шанс на миллион. Даже если бы он был опытным хирургом. Опять! Сколько можно? Мне уже не хочется. Ну теперь мы знаем, что примерно когда около 50 у меня будет, то это закончится уже. Вечер уже приближается, реакция на нуле у меня. Я даже сегодня в шутанет никаком не был. Ну, это не шутан, это кинцо интерактивное. Где какие-то действия я могу сделать. Тут, кстати, даже не показывают, сколько примерно надо набрать, чтобы диалог продолжился. Так, заложник. 26. 27. 28. Да, 30-ку. Нормально. Сейчас так и идем. Тридцать девять, сорок. Блин, вот уже промахи пошли. Залог. Блин. Не успеваю. Сорок семь. Блин. 48. 49. Блин, уже не успеваю. 50. Хватит, я думаю, 50. А то у меня промахи сейчас одни пойдут. Офигеть, они как быстро исчезают. Одного задел хотя бы. Блин. Ладно, точность свою только порчу. Пускай время заканчивается. Я думаю, рекорд ставить тоже бесполезно на самом деле. Это, я думаю, ни на что не поглядит. Отлично стреляете. Эйскоп. У вас это от природы? Расследование. Но вы же не бросили на этом свое расследование? Нет, это дело меня заинтриговало. Какой же у него был мотив совершить такой поступок? Я перерыл горы материала и практически случайно узнал, что это не первый подобный случай. Были и другие идентичные убийства. То есть, когда убийца действовал так же бессмысленно, а потом впадал в ступор? Точно. Тремя неделями раньше на другом краю города была еще одна жертва. Прямо посреди улицы, без всякого мотива. Затем я нашел третье дело, которое было еще раньше. Затем еще и еще. И все время одинаковый почерк. Убийца. И во всех случаях виновного арестовывали? Нет. Они либо совершали самоубийство до нашего приезда, либо слетали с катушек. Но каждый раз удары были одинаковые. Жертве всегда с невероятной точностью перерезали артерии.
Затем убийца вырезал себе змей на запястье. А ваше расследование убийства в магазине, оно к чему-нибудь привело? Бросайте это дело, детектив. Это не просто убийство. За ним кроется что-то очень странное. Похоже, нужно открывать новое дело. Нет, только не заново. А, все. Я серьезно поработал над расследованием. Сделал все, о чем просила Карла. А теперь я просто хочу расслабиться и поиграть в баскетбол. И заодно решить наш с Джеффри спор. Окей. Ага. Сыграть. Йоу, Джеффри, клевые шмотки. Так стильно. Ты меня этим вообще доводишь? Слишком стильно, блин. Правила такие. Тот, кто первым наберет 10 очков, выигрывает и получает 200. Да я понял. Согласен? Да, согласен. Скажи пока своим денежкам. Посмотрим, поехали. Да ты дрищуган, братан, тебя нихера не... Ну что я могу сказать, Джеффри, конец твоим деньгам, братан. Та-та-ра-та-та-ра-та-та, 4 из 10. Оу, е. Все довольно просто. Стойте, ребята, я, наверное, это... Музыку вырублю, потому что она это авторские права содержит. Ну или убавлю хотя бы до такого уровня. Потому что реально я не хочу потом проблем с авторскими правами. Я, кстати, рано об этом решил вспомнить. 5. Нет, Джеффри, я думаю, отделаю этого. Эх, блин. Но это только вброс проиграл, это не поинт целый. Ага. Блин, это надо сначала вброс выигрывать, а потом только забивать надо. Блин, это тяжело будет, кстати, на самом-то деле. Давай. Е! 6. Ой, это реально не так-то просто, как вы думаете. Эти квиктайм-ивенты у меня уже в печенках сидят. 7. О, задком, нормально. Чем больше я с тобой играю, Джеффри, тем яснее вижу, тебе пора за шашки. Да все уже, тут 3 поинта осталось, ну. Мозг на пределе, квиктайм-ивенты заставляют меня думать в 10 раз быстрее. Вау. 8 из 10. Мы играем сейчас на оценку для этой игры, по сути. Блин. А, 9, нормально. Последний поинт. Давай, 10 из 10. Все, 10. Чистая победа. Ага. Победа. Изи 2 сотни. Он проходит защиту, прыгает и забивает. Леди и джентльмены, это лучшая игра дня. Йоу, для белого копа ты неплохо мяч гоняешь. Угу. А ты неплох, совсем неплох. Играть умеешь. Наверное, мне надо было сказать, что я играл в колледже. Ну, а что насчет сотни, то это мы проехали. Тайлер, ты просто засранец. Знаю, за это ты меня и любишь, Джеффри. Белый чувак не может прыгать, открытое достижение. Лукас Кейн, квартира Лукаса, Карла... Ну, собственно, дом Карлы. Лукас Кейн, поехали. Нам надо дальше по сюжету идти. Квартира Лукаса. Сразу звонок. Уже странно. Лукас Кейн.
Настер, наштитлан, кастанечли, квештитлан, нар. Наштитлан, кастанечли, настер, квештитлан. Он сейчас опять сознание потеряет. Ворона. А, я думал, это ворона. Приготовьтесь. Капец. Нормально? Да капец, еще одна эта коробка. Нормально, три этих, три поинта, и потом они соединяются. Капец его штырит, да? Плюс у меня все жизни еще есть. Да мне уже на самом деле... Блин, сейчас потеряю. Не, нормально. Есть. Сейчас соседи опять полицию вызовут. Диван. Чё-то какие-то квиктайм-ивенты слишком жесткие. Да блин, опять готовиться надо. Ага. Есть. Давай, Лукас, давай. Надо идти. Только куда? Блин, это ото всех коробок сейчас придется уворачиваться. Четыре штуки их. Три. Нет, это еще не все. Что вообще, кстати, происходит? Блин, реально невероятно как-то. Еще. Есть. Есть. Повернулся. Отлично. Так, давай, Лукас, ты сможешь. И ну-ну-ну-ну-ну, давай. Почти добрался. Да блин, еще картины. Ну я, кстати, еще ни одного квиктайм-ивента не потерял. Ну его штырит вообще не по-детски, я вам скажу. Ага. Потолок, что ли, падает? Капец, да? Вот это я понимаю. Quantic Dream, блин, умеет делать игры. Японщины, блин, попахивает. Успел. И это еще не все. Минус вся квартира просто у него. Я потом игру чуть погромче сделаю из-за того, что я музыку офнул. Ладно. Все сносит к херам. Телевизор минус. Все, нет. Опять. Все. К балкону иди. Давай, Лукас, давай. Отлично. На одной платформе остался. Страшная история Лукаса мучила меня всю ночь напролет. Мне нужно было увидеть его, поговорить с ним. Нужно было узнать, что сказала ему Агата. Я хотел взглянуть своему брату в глаза и услышать правду.
У него дома я раньше не был, поэтому его квартиру нашел не сразу. А, теперь я еще за Маркуса играю, да? Бля, где его квартира? Лукас Кейн, вот. Так, чуть-чуть я игру прибавлю. Так, громкость звука. Во, вот так нормально будет. Так. Ну не отвечаю, чувак, ломай дверь. Лукас! Лукас, открой дверь! Лукас! Ломай! Готов поклясться, я слышал крик из квартиры. Портье сказал, что Лукас дома, но он не открывает. Лукас в опасности, другого выбора у меня нет. Найс. Балкон. Лукас! О боже! Давай, цепляйся. Если бы Маркус еще немного, да? Попозднее пришел, все, конец бы был. Все, Лукас плюс 10. Но он еще в страхе, кстати. Лукас, ради бога! Ты сошел с ума? Что с тобой? Стены. Стены унесло. Ветер, буря. Я... Лукас, зачем ты это сделал? Меня пытались убить. Во имя всего святого, Лукас, тут никого нет, только ты и я. Когда я пришел, ты был один, совсем один, Лукас! Маркус, что со мной происходит? Я не понимаю, что происходит! Все будет хорошо, Лукас. Все будет хорошо. Я помогу тебе. Вот увидишь. Дома у Карлы. Ух ты. Нихера. Так, у нее я дома ни разу не был, поэтому... Погнали. Надо как-то быстрее это сейчас все делать. Быстрее думать надо. Давай. Так, не сюда. Сюда, наверное. Да, где-то в гостиной. Вот, нашел. Долго же ты? Я была в душе. Ну, какие успехи? Ничего, тупик. Установить, где распечатали закладку для книжки из забегаловки, невозможно. На ней полно разных цифровых кодов. По мне, так это просто куча циферок. Я подумал, может, у тебя будут какие-нибудь идеи? Может, отправишь ее мне по факсу? Я все равно пока не устала. Как раз перед сном и почитаю. Хорошо, сейчас вышлю. Если тебя вдруг осенит, позвони мне. Я тут еще немного побуду, сегодня ночка будет долгой. Ах, хорошо, я перезвоню Тайлер. Так. Если что, можно, значит, переключиться на Тайлера. Окей. Так, это что у нас такое? Туалет? Нет, спасибо. Она, в принципе, и так у меня, кстати, в хорошем настроении, поэтому... Так, это факс? Это музыку выключить. Так. Ага. Понял. Ну давай. Мейл. Валиум, спасибо. Привет. Ну понятно. Так. А интернет? Всякая хрень опять. Так, ладно, тогда вставай. Давайте на Тайлера.
Обычно я не люблю оставлять Сэм дома одну, тем более сейчас. Но эта закладка меня заинтриговала. У меня такое чувство, будто я держу в руках ключ, который приведет нас к убийце. Я знал, что подбираюсь к нему, поэтому решил не идти домой, пока не выясню, что означает этот клочок бумаги. Угу. И ты ей отправил данные, надеюсь? Сейчас проверим. Надо, кстати, еще почту его проверить. А, так, вот теперь, кстати, лампу можно включить. А, так, компьютер. Посмотрим, что тут за дела. Так, ладно. Датабейс пустая, да? Да. Почта. Ага, Саманта, XXX. Окей, ладно, давайте вставать. Я, кстати, реально не знаю, что мне надо сделать тут. Даже, по сути, ничего не указывается. А можно к ее компу подойти, например? Че это такое? О, да тут одни биржевые сводки. Угу. И как можно расшифровать эти циферки? Минуточку. Точно! Нужно немедленно позвонить Карле. Звони. Я не знаю, что я сделал, но походу что-то правильно. Хоть я и охренел чуть-чуть. Алло. Карла, это список курсов ценных бумаг. Нашу закладку отпечатали в банке. Ну, конечно. Это же очевидно. Как ты это выяснил? Я открыл страницу с биржевыми курсами, и все это время разгадка была у нас прямо под носом. Просто нужно узнать, где распечатали список. Можешь отправить мне закладку факсом? У меня есть идея. Я перезвоню. Именно закладку? Окей. Охренеть, блин. Это все? Ты его на место можешь положить? Да. Я так понимаю, он отправил. Ой, блин. Кто там так поздно? Я никого не жду. Мне бы это... одеть ее, что ли? Не, конечно, можно и в таком виде пойти, да, но вы сами понимаете. Неудобно как-то. Ага, иду. Это, наверное, ее этот, Томми, ухажер. Я так думаю, да, это он. А, где эта дверь? Ага. Мне стало скучно, и я подумал, что ты, как моя хорошая соседка, согласишься разделить со мной скуку и эту бутылку отменного шабли. Как твоя дружественная соседка, Томми, я и не подумаю отказаться от твоего скучного предложения и от твоего вина. Думаю, даже у такой закоренелой холостячки, как ты, где-нибудь в доме найдутся винные бокалы. По-моему, где-то они у меня были. Садись, Томми, а я пока их найду. Ну, на кухне, скорее всего. А, сейчас найдем. Так, они... Блин, я тоже есть, кстати, хочу. Я сегодня вообще даже не обедал. Я чисто за Фаренгейтом весь день сегодня. Ага, вот они. Оп. Все, идем. Идем к Томми. Такой резкий рывок она, конечно, сделала. Всем. А, штопор. Ну, конечно.
Как я мог забыть? Ничего. В нижнем? Не, погоди. Не-не-не, не тут. Китайская еда, походу, какая-то. Неправильно ты питаешься у меня. Да блин. Где же штопор? А, тут я смотрел. Наверное, он внизу должен быть, не? Возможно. Вот где-то тут. А, блин, я что-то смотрел. Хрен его знает. А может, вообще сесть уже надо? Я не знаю, может, реально штопор не надо искать? Вилкой откроешь, братан? Настоящий мужик вилкой все откроет. Пицца. Бля, вы меня травите, серьезно. Вы меня просто травите. Че, может, сесть можно, не? Да. А, да, сесть можно было все это время, окей. Тост? Хорошо. За что? За любовь, конечно. Я за это выпью. Томми. Ты встречаешься? На самом деле, я кое-кого встретил 2 недели назад. Он клёвый и очень милый. И тоже в банке работает. А, он гей. Думаю, на этот раз все может быть очень серьезно. Так он гей. Карла? Ты все еще одна? И что же ты ждешь, красавица? Найди себе хорошего парня. Если в Нью-Йорке чего и полно, так это симпатичных мужчин. Не знаю, наверное, мне просто этого не хочется. Последние мои любовные опыты потерпели полный крах. Я пока ни к чему и никому не готова. Работа Карлы. А ты как? С бизнесом у вас все хорошо? В газетах все время о росте преступности пишут. По крайней мере, ты можешь считать себя полезной. Ах, не совсем. Знаешь, когда ты оглядываешься вокруг и видишь на улице 10-летних детей под кайфом или с пушками, тогда я чувствую, что толка от тебя немного. На улицах все больше детей, и мы не можем с этим ничего поделать. Разве что в тюрьму посадить. Иногда я об этом думаю и впадаю в депрессию. Хватит болтать. Смотри, что у меня есть. Карты Таро? Я прочитаю твое будущее. То есть ты знаешь, как ими пользоваться? Моя бабка была экстрасенсом. Когда я был ребенком, она научила меня читать карты. Она передала мне свой дар видеть. Ну, конечно. Знаешь, все сбывается. Что карты говорят, то и происходит. Ну что ж, давай посмотрим, встретишь ли ты свою любовь или умрешь старой морщинистой девой. Хорошо, мистер Цыган. Скажи, что мне нужно делать? Все просто. Сначала возьми карты и перемешай их. Окей, давай. Еще. Ну и хватит. Удиви меня. Ой, мне аж страшно стало. Что же там будет? Бери 2 карты. Она сама возьмет или мне решать? Перемещайте руку клавишами управления. Выберите карту Таро, клавиши ввода. Давай вот эту. И давай вот эту. Тебя ждут темные времена. Да, блин. Побег и ужасная опасность. Возьми еще 2 карты. А как, и как я должен угадывать, чтобы у него в плюсе быть? О, вот это плохо, скорее всего. Давай вот эту. Ты не одинока. Ты кого-то преследуешь? И я не понимаю его. Он хранит
страшный секрет. Возьми еще две карты, пожалуйста. Да я хер знает, какие брать. Ты у меня сейчас развратишь ее. По-моему, все карты хреновые. Проклятие. Великие мучения и страх. Я вижу ужасную смерть и депрессию. Ну да, пришел подбодрить, называется. Серьезно, Карло, извини. Все это оказалось вовсе не так весело, как я думал. Ничего, Томми. Давай посмотрим, что за ужасы готовит мне судьба. Вот еще две карты. О! Ну давай вот эту. И они сейчас окажутся хорошими, да? Угу. Один ребенок, две судьбы. Одна ведет к жизни, другая к смерти. Карла, наверное, нам пора остановиться. Прости, не знаю, что случилось. Я такое в картах первый раз вижу. Обычно они ничего такого не показывают. Не извиняйся, Томми, это же просто игра. Предсказание судьбы я все равно не верю. Так что тогда она обижается? Ну, мне пора домой, уже поздно. С каких это пор ты интересуешься инвестициями? Я насчет своего расследования. Я подумала, может, ты ответишь на мой вопрос. Я хочу узнать, можно ли определить банк по распечатке списков, курсов, ценных бумаг? По факсу нельзя, но оригинал был напечатан на бумаге с водяными знаками, и там есть идентификационный номер банка. Код банка на водяном знаке? Хорошо, я проверю наш документ. Спасибо, Томми. Спокойной ночи. Доброй ночи, Карла. Есть. Нужно позвонить Тайлеру. Так, Тайлеру? Давай. Так, где-то мобила? А, ага. Мобила тут. Всё, давай, звони. Да? На нашей закладке должны быть водяные знаки с кодом банка. Я проверю и сразу тебе перезвоню. Значит, теперь за Тайлера. Погоди-ка. И чё? Не, закладку я тронуть не могу. А, во. Теперь могу клочок взять. Перемещайте свет клавишами. О, шел. Думаю, я понял. Угу. Тайлер? У нас есть код. Теперь можно будет без проблем определить, из какого банка эта бумага. На этот раз убийца попался. Думаю, завтра я наведаюсь в банк. Хочешь, я схожу? Нет, если ты не против, я лучше схожу сама. Хочу посмотреть, что у нас за парень. Встретимся потом в участке и сравним свои наблюдения. До завтра, Тайлер. Хорошо, до встречи, Карло. Наконец я увидел Маркуса меня выпустить. Я проспал почти весь день, а он остался, чтобы присмотреть за мной. Пора было вернуться в реальный мир. Мое самочувствие стремительно ухудшалось, и с душевным спокойствием дела обстояли не лучше. Я чувствовал, что ухожу в пустоту. Я знал, что пройдет немного времени, и я сойду с ума. Я Карло Валенти, полиция Нью-Йорка. Полиция, они меня нашли. Уже слишком поздно, чтобы пытаться убежать. И что делать тогда? У меня вариантов немного. Во! Порванная распечатка.
Наверное, я использовал ее для закладки. Так-так, лучше мне это спрятать. Куда? В коробку, наверное. Ай-яй-яй-яй. Куда это спрятать? Блин. Съешь ее, ёпта! Не, можно в стол, конечно. Просто... В левый этот. Блин. Капец мне. Всем. Попался я. Здравствуйте, я следователь Карло Валенти, полиция Нью-Йорка. Вы Лукас Кейн? Я хочу задать вам пару вопросов. У вас есть ко мне вопросы? Ну, стоит попробовать. Это быстро. Что вы хотите узнать? Вы можете подтвердить, что это распечатали в вашем банке? Он скажет про водяные знаки. Эта бумага действительно отсюда. На водяных знаках стоит наш код. Можно узнать, на чем она была распечатана? Менеджер мне уже все рассказал. Но как знать, может, еще что-то узнаем. Трудно сказать. Знаете, такой бумагой может воспользоваться любой работник банка. Ваш менеджер сказал мне, что такую бумагу используют только покупатели ценных бумаг для распечатки сводок. Это правда. Но тут у нас около сотни покупателей. Как же узнать, кто из них ее распечатал? Этот парень какой-то странный, как будто он что-то скрывает. У вас проблемы, мистер Кейн? А? Нет. Есть ли способ установить, где напечатали именно этот документ? Что с ним такое? Похоже, после моих вопросов он занервничал. Нет, на самом деле нет. Наши принтеры не оставляют своего кода. Свидетель помог нам составить фоторобот подозреваемого. Вы не могли бы на него взглянуть? Угу. Так я же справился. Блин, подозрение. Сэр, вы в порядке? Подозрение растет. Да, я в порядке. Я нервничаю. Надо успокоиться. Никого вам не напоминает? Нет. Нет, что-то никак. Я не знаю. Простите. Вы уверены? Ну ничего, хоть попытались. Блин, я все больше и больше. Черт, мне было бы намного легче, если бы он кого-нибудь узнал. Хера себе. С вами точно все в порядке? Я же в квик-тайм-ивенты попадаю. Я подумал, что... Простите. Вы в последнее время не замечали здесь ничего необычного? Да, Карла, ничего я не замечаю. Мне рассказали о том, что вчера устроил тут этот парень. Интересно, расскажет ли он об этом? Да, я... Ну, на самом деле, у меня случаются эпилептические припадки. Они бывают довольно редко, но могут быть сильными. Как раз вчера у меня был припадок, и, боюсь, я тут устроил шоу. Здесь это единственное необычное происшествие за последнее время. Угу.
Странно. У него перевязано запястье. Интересно, что с ним произошло? Битое стекло, надо ответить. Что у вас с руками? О, это я поранился, когда дома кое-что чинил. Думаю, мастер на все руки из меня никакой. Это вы на фотографии со священником? Он ваш друг? Блин, неудача. Это мой брат Маркус. Депрессия, блин, я же попадаю в какие-то моменты. Вы точно хорошо себя чувствуете? У вас такое бледное лицо. Я, наверное, немного простыл. Я же попадаю в квиктайм ивенты. Да и ладно, еще вопрос. У вас есть доступ к этой бумаге, мистер Кейн? Ложь. Детектив, вы меня в чем-то обвиняете? Я просто хочу получить ответ на вопрос, сэр. Ложь. Нет. Вы же техник. Разве не вы загружаете в принтеры бумагу? Слушайте, я... Сэр, попрошу вас пройти вместе со мной в участок. Мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов и кое-что проверить. Так и заканчивается моя история. Блин. Мое поведение и ответы на вопросы вызвали подозрение. Попробуем еще раз. С вами точно все в порядке? Я примерно здесь. Я подумал, что... Простите. Так. Ну да, примерно здесь я закончил. Вы в последнее время не замечали здесь ничего необычного? Нет. Мне рассказали о том, что вчера устроил тут этот парень. Интересно, расскажет ли он об этом? Так, я надел болезнь, да? Да. Да, я... Ну, на самом деле у меня случаются эпилептические припадки. Они бывают довольно редко, но могут быть сильными. Как раз вчера у меня был припадок, и, боюсь, я тут устроил шоу. Здесь это единственное необычное происшествие за последнее время. Угу. Что у вас с руками? А, так, тут я отвечал ложь. О, это я поранился, когда дома кое-что чинил. Думаю, мастер на все руки из меня никакой. Это вы на фотографии со священником? Он ваш друг? Правда? Это мой брат Маркус. Блин. Депрессия уже. Вы точно хорошо себя чувствуете? У вас такое бледное лицо. Я всем вообще... Всеми пунктами. Я, наверное, немного простыл. Давай еще вопрос. Вот на этом вопросе я, по-моему, засыпался. Ну. Блин, неудача. Мне что-то нехорошо. Я пойду умоюсь. Идите. Я подожду вас здесь. Блин, я один вопрос от нее не смог. Как раз на том, на котором я засыпался. Я не знаю просто кому... Он странно себя ведет. Нужно быстро осмотреть его рабочее место, пока он не вернулся. Я не знаю, кому потакать, Лукасу или Карли. Вы должны быть отпечатки пальцев. Так мы легко сможем определить, это ли наш убийца. Маркус, да? Так, Маркус. На фотографии есть подпись ЛКМК, июнь 2003-го. Нифига ты хакерша. Ничего интересного здесь нет. Я не знаю, что еще можно осмотреть на самом-то деле. Ой, у меня ее штырить аж начало. А, Лукас уже возвращается. А я не знаю, что еще можно проверить. К Уоррену, наверное, нет смысла идти. Может, сюда?
Не, бесполезно. Ладно. А вам лучше? Да, спасибо. Вопросов у меня больше нет. Не буду мешать вам работать. Открыто спасибо достижение. За сотрудничество, сэр. Как оно называется? Тифтон? Что типа того? Фу, все. Лукас Кейн, дом Агаты, Тайлер Майлз, квартира Тайлера. Лукас Кейн! И я хочу обедать, так что, наверное, пока перерыв. Наверное, за два дня дело пройду. Плохо. Полиция наступает мне на пятки. Угу. Они еще вернутся, и в следующий раз они меня возьмут. Агата моя последняя надежда. Похоже, она понимает, что со мной происходит. Надеюсь, на этот раз она ответит на мои вопросы. Все, ребят, с вами был Спектр. Спасибо большое, что посмотрели эту часть прохождения. Вернусь уже в следующей серии. Всем спасибо за внимание, удачки и пока-пока-пока.